Все 35 проектов по дворовым территориям были утверждены, но с единственной поправкой – сделать плавные повороты дорог, а не квадратные. Также вынесли на обсуждение реконструкцию парка имени Жанаева. На него планируется потратить 42 миллиона. Там будут баскетбольные, волейбольные детские площадки, сцены для культурно-массовых мероприятий, новые ограждения, реставрация фонтана «Семья» и многое другое. Однако возникли вопросы по автомобильной парковке. Она рассчитана всего на 30 машин. Но это с учетом того, что есть очень большая стоянка, порядка там 80-90 машин стоит около ДК «Рассвет». Эта территория непосредственно прилегает к парку «Жанаева». Поэтому потребность стоянок мы полностью удовлетворим. Давайте будем нормальные площади делать вообще. Для... У нас нет ни одного места, кроме новых морских комплексов, где «Пионер» есть. На самом деле достаточно приличные. Количество стоянок, да? Но в других местах везде есть проблемы. Поэтому, я не знаю, если есть возможность там сделать, надо, мне кажется, больше делать, и автомобилизация нарастает. Есть такое предложение, может быть, вы от имени члена комиссии вместе с представителями железнодорожного района съездили, посмотрите, вы на место, и после этого мы будет окончательное решение. В проекте были обнаружены и другие недочеты, в том числе по озеленению парка, строительству площадки для выгула собак и сцены. А сам проект по реконструкции парка вновь не был утвержден и отправлен на доработку. Софья Гуртовая, Александр Упсанов, телекомпания ТВ.